Честно, даже мысли нету о том, о чем я сейчас с вами говорить. Нет, я не Вектор, у меня где-то должен быть сценарий. Так. А, вот он. Так, значит. Сегодняшний выпуск открывает самый громкий анонс за последнее время. И это... What? Юта! Не все, правда, в таком восторге, но они скоро будут. What? Единственное, что вызывает опасения, это название. Как бы понятно, на что оно намекает, но не совсем понятно зачем. Надеюсь, это никак не связано с тем, что Кай еще с ней распидрился. А теперь о файтинг.ру. Недавно были замечены акты вандализма со стороны антивандалера. К счастью, справедливость была остановлена. Восстановлена. И также в ходе расследования Зингру раскрыл тайну своего ника. Теперь мы знаем, что под ним скрывается никто иной, как Захар Николаевич Гуляев Русский. Такие дела. Продолжает замес на файтинг.ру открытие клуба любителей Азиша, возглавляемого самим Валином. Из последних новостей, касающихся файтинг.ру, можно отметить передоз кокаина у участников конференции Guilty Gear в скайпе и главное событие лета, МФА 2013. В список основных дисциплин этого года входят Super Street Fighter 4 Arcade Edition, Super Sasalibur 5 Turbo, Tekken Fag Tournament 2, Guilty Gear AC плюс R, если ленивые сучки Арки успеют выпустить его к концу лета, хотя обещали сделать они еще это весной. И новый Broken Ass Fighting Injustice от создателей Mortal Kombat, что нисколько не удивительно. Для обделенных вниманием игр могут быть проведены сайд-эвенты где-нибудь в углу на той консоли. Есть возможность уломать оргов, включить свой любимый файтинг в список дополнительных дисциплин. А еще на днях Microsoft анонснули Xbox-ца. В список фич входят необходимость выхода в сеть каждые сутки, внешний блок питания, невозможность игры без Kinect'а и многое другое. А теперь главный вопрос всей нашей программы. Нахуй, извините, зачем это все нужно? Похоже, эту войну Sony выиграли без боя. Так, дальше команда Ниндзяк выпустила портативную версию сисек номер 5 для PS Vita. Да, сиськи можно потрогать тачскрином. Да, они это затрясутся. Да, есть купальники. Тут вообще кого-нибудь геймплей интересует, нет? Нет? Да и хуй сам. Ну и просто смеху ради, лет 100 назад я выложил на YouTube прохождение коопа в Cryo4, где мы занимались грубым сексом с микрофонами, с фрапсом и самой игрой. И думал, этот кошмар будет ненавидим всеми, но нашлись герои, которые осмотрели его до конца, которым это даже понравилось. Наверное, если бы насрали на лицо, эффект был бы тот же самый. Так, вроде всех унизил, можно уходить. А! Чуть не забыл! Как можно уйти и не унизить нашего старого знакомого? So annoying, whatever, who cares? Если вас не затруднит, кликните на этот баннер. Это какая-то там пару центиков мне в копилочку вылетит. Прибавится мой, так сказать, стимул. Я буду продолжать стримить. Не подумайте, что это я стримлю ради денег. Нет, просто стимул пропал. А сейчас стимул появился. Пару центиков. Так, о чем я еще вам хотел сказать? Мысли все вылетели с головы.